Смотри, тут потолки светятся. Телефон сниму, очень красиво. А, вот здание Акбар, получается. Там тоже сейчас будет какое-то световое шоу. Как он сверкает. Но это надо, наверное, более когда стемнеет смотреть, потому что сейчас очень-очень-очень плохо видно. Красиво уже моргает, подходишь, сейчас на закате еще, не совсем стемнела луна большая, полная, и сверкают огонечки, там еще люди работают, в офисе свет горит. Вау! Как круто! Ну, экспириенс, конечно, шикарный, по городу вот этих вот точек очень много. Куда можно зайти, но везде очереди, просто огромные очереди. И они очень-очень большие. По времени нужно долго-долго стоять ждать. Что-то началось, а мы ушли. Ходили, дошли до телеканала РТВЕ. Вот оно, здание телеканала РТВЕ. Круть! А где ребята? А то я пока выхожу, телеканал снимаю. Не сколько шоу, сколько... Ой. Что-то там
интересно. Так, мы идем внутрь. А что здесь? Короче, вот такие вот огонечки здесь просто светятся. И просто светятся, как иллюминация. Это, наверное, как неоновые какие-то. Ну, просто вот красиво светятся. Что-то шевелится. Сейчас выпрыгнут меня, но на меня же нападут. Идем до следующей геолокации. Локации, вернее, правильно, да? Возле отеля. Смотрите, какие красивые тут деревья. Еще, видимо, Рождество не сняли. Или они тут на постоянку так светятся. Это, кстати, улица Диагональ называется. Мы идем сейчас по Диагонали. А, вот такая вот длинная. Ручки. Мне кажется, это что-то будет очень красивое. Сейчас мы проходим внутрь. Как красиво в небе, просто светят лучи. А вот и вот этот перформанс, который сейчас светят лучи. Вот они, видите, лучики. И это вот ровно все, что есть здесь. Это такой образуется купол из лучей. Ну, как бы очень красиво на самом деле, но больше ничего тут не будет другого. Это не это? Нет, им снимается компания. Что-то тут гуляя, увидел такую полуразрушенную трубу. Какой-то старый, видимо, заводик был когда-то. Все, что вот от него осталось. Интересно. Вот, смотрите, нажимаешь кнопочку, он светится, начинает шевелиться от вентилятора.
какая-то проекция просто текста. Они разноцветными огнями моргают? Давай поедем, и дальше поедем. А, это ты встаешь, она меняет цвет? Нет. А что происходит? Там просто нарисованы ноги, на них встаешь, и что-то происходит. Не поняла. А ну... Это зеленый. А что не так? Поменяла цвет, смотри. Не знаю. Странно. Я сейчас иду по улице, думаю, мне кажется, эта улица никогда столько людей здесь не видела. Просто огромная толпа. Мы все идут туда на перформанс с синими лампами. Мы возвращаемся назад ко второму. Перформансу, экспонату, не знаю. Что, кстати, время-то на самом деле? 8:30 вечера. Даже торговый центр работает. Вот, и мы возвращаемся. Пахнет тина какой-то речной. Вот,